Верю, верю, хорошее число. А чем хорошее, почему? Потому что у меня, так, 38 лет назад, 13 числа, в пятницу была свадьба и прожила хорошо. Я в пятницу верю, а в 13 число не очень. Конечно, видим, верим. Сходка ведьм будет. Шабаш. 13-е мое любимое число, во-первых, потому что у меня родился сын 13 числа. И для меня это все. А то, что это пятница, ну, как говорится... Да. Верю. Счастливый день. Очень даже все удалось, что надо было сделать. Но для меня 13 число всегда удачливое было. Поэтому я жду сегодня чудес и старый Новый год всех жителей Котласа с старым Новым годом.